Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Хочу вам показать сегодня закат в Судаке. Это невероятно круто, друзья, такое крутое зрелище. Покажу вам море. Сегодня оно немного штормит, зато людей практически вообще никого нет. Посмотрите на этот вид, друзья, вот что я вам хотел показать. Очень красиво. Посмотри, какой цвет у моря. Пляж, друзья, еще 2 недели назад здесь было много людей, сейчас вообще никого нет. Все шезлонги свободны. Все отдыхающие разъехались по домам. Остались только местные, которые не выходят гулять почему-то. Очень редко. Скорее всего, работают большинство. На выходные только выходят. Поэтому вот в обычный денек людей здесь не будет. Друзья, невероятно круто идти одному по пляжу на закате. Не знаю, как вам передать это. Сейчас немножко покажу. Вот такой, друзья, небольшой ролик. Просто хотел вам показать закат, показать вам море. Вы уже, скорее всего, соскучились. Кстати, чуть не забыл. Группа «Подсушено Судак». Моя группа, ссылочка на нее будет в описании. Прошу вас всех залететь туда, подписаться. В группе можете задавать свои любые вопросы, какие вас интересуют о Судаке. Фотографии публиковать, писать отзывы. Жду от вас отзывы в группе, как вы отдохнули этим летом в Судаке. Что вам понравилось, что не понравилось. Все, друзья, пишем в эту группу. Запомните аватарку, вот такой лень там будет. «Подсушено Судак». Ссылка в описании. Надеюсь на вашу максимальную поддержку. Залетаем в группу. Это моя, друзья, группа. Лично я ее создал, поэтому я отвечу там каждому. Буду вас там рад видеть. Все, друзья, всем пока. С вами был Александр Михаленко. Уже завтра выйдет новый видеоролик на канале. Пау!